Трассу, по которой движется ночной конвой Airbus, перекрывают. Впереди двигается полицейская машина, автомобили технических служб, эскорт на мотоциклах. Так во Франции не сопровождают даже лимузин президента. Минут за 40 до того, как конвой проедет через какой-либо город, группа обеспечения, идущая в авангарде, подготавливает путь. Убирают мешающие автомобили, подметают дорогу, на ней не должно быть даже мельчайших неровностей, и выкручивают столбики, отделяющие проезжую часть от пешеходной. Во время проезда через город скорость конвоя снижается до 5-7 км в час. Огромные секции фюзеляжа буквально нависают над старыми французскими домиками, ведь они выше их минимум в 2 раза. А в некоторых местах расстояние от груза до стены сокращается до нескольких сантиметров. Здесь от водителей большегрузов требуется просто ювелирная точность.